извините, это ваша голова или нет? Расскажите. Здравствуйте, извините. Тебе больше делать нехуй. Не, я понимаю. Тебе больше делать нехуй. Мне есть что делать. Вали отсюда. Вы не кричите, пожалуйста. Вали отсюда, сказал. Вы меня даже не послушали. Я не хочу тебя слушать. Я встаю травой на путях. Вы стоите вторым рядом. Я встаю травой. Вы мешаете проеду, что здесь и так можно. Я тебе мешаю. Ты едешь, нет? Ты едешь, нет? Нет. Ты сейчас едешь? Я не могу пройти мимо проблемы. Вы уберете меня? Нет. Хорошо, я вас понял. Отойди. Я не уйду. Я не уйду. Отойди, сказал. Я вас прошу, пожалуйста. Мальчик. Что, какие-то проблемы с тобой? Я могу с той стороны встать. Я с той стороны подойду. Хорошо. Вы достали. Зачем пистолет? Затем, что ты покушаешься на мою собственность. Нет, поскольку я, ребята, честное слово. Понятно. Но вы можете переправить автомобиль? Вы перепарковываете? Просто скажите, отойди, да, нет. Отойди. Перепарковывайте. Я отъеду. Все, отойди. Хорошо, отхожу. Здравствуйте, мы вас, к сожалению, не видим. Вы не затрудняете движение. Спасибо. Долго думаете? Просто мы хотим... Не, мы не хотим, мы просто просим вас пока перепарковать. Я прекрасно понимаю, но не надо злоупотреблять ночное время удостоверение. Просто я, конечно, люди отдыхают. А я не МВДшник, я пенсионный, мы ветеран. А, и есть? Там написано, что молодой я могу человек. Стоять на тротуаре. Молодой человек. Вы можете меня просто сначала послушать? Я вас очень прошу. Вы встали на тротуаре. Но вы меня сейчас просто ничем не удивите, правда. А я не спрашиваю. Это прекрасно, правда. Спасибо большое. Здравствуйте, федеральный район СТОП-КАМ. Извините, вы не могли пожаловать? Сейчас, да? Отлично, замечательно. А можно сейчас это сделать? Я вас очень прошу. А то как бы, если каждый будет носить по 3 минуты, так машина, в принципе, останется на своем месте. Ничего не изменится. Да, можно вас забрать. Ну, это ваше право, но я могу вас собрать со дну. С тобой туда. У меня для вас билет один туда есть, честно. Вы перепарковываетесь, да? Я просто вот вам подарю такой стилист, замечательный баллон, если вы не уедете. Хорошо, хорошо. Да, прекрасно.